Всем привет, меня зовут Анафата. Не так давно в свет вышел новый проект по знаменитому мультсериалу о шести храбрых феях World of Wings – Мир Винкс. Премьеру оценили многие фанаты Винкс и даже те, кто мечтает вернуть времена первых сезонов, и это говорит о большом успехе новинки. И, как и любой другой спин-офф, World of Wings хранит множество секретов, которые не всегда кажутся очевидными. Поэтому сегодня я поделюсь с вами интересными фактами, связанными с этим проектом. Факт номер один. Прототипом персонажа спин-оффа по имени Эйс стал ведущий итальянской версии шоу талантов X-Factor Морган. Есть вероятность, что именно он озвучит этого персонажа в итальянской версии мультсериала. Факт номер два. Момент из 10 серии спин-оффа очень сильно напоминает клип на песню Party южнокорейской музыкальной группы Girls' Generation. Более того, факт номер три. Песня Jump Into The Fun, которую мы можем услышать в этом моменте, очень схожа с этой песней. Факт номер 4. Возможным вдохновением для создания трансформации DreamX стала реклама парфюма Uncover Glow 2015 года. Факт номер 5. Также бытует мнение, что во время создания крыльев Стеллы для этого превращения, авторы вдохновились дизайном крыльев от Fancy Fairy. Сомнительный факт, но определенное сходство имеется. Что ж, на этом сегодня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам интересны подобные видео, и вам хотелось бы узнать больше интересных фактов о мультсериале «Клуб Винкс». Волшебство вокруг нас. Важно лишь научиться замечать его в мелочах. До скорого!